Малыши-малышки целый день играли. Малыши-малышки к вечеру встали. С мамой пошептушки, книжки убираем. Подождут игрушки. Баю-баю-баю. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. Мамы пошептушки, глазки закрываем, сон приснится сладкий. Баю-баю-баю. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. А мы уже готовимся ко сну. Сегодня я буду спать на верхней кровати. Нет, я, нет, я, нет, я. Хочу, хочу, хочу! Я тоже хочу! Всем добрый вечер! Так, что тут происходит? Мы кровать поделить не можем. Я хочу спать на верхней кровати. И я тоже хочу. Ну, просто не мальчики, а хочухи какие-то. Что ж с вами делать? Давайте решим, кто будет спать наверху после сказки. Жил-был на свете зайчик. Однажды вместе с мамой он отправился на прогулку в парк. Погода была хорошая, поэтому в лесу было много-много зверей. Мама, мама, купи мне леденец. Я тоже хочу леденец. Только леденец и все? Да-да-да. Ну ладно, держи. Как вкусно. Я очень рада. Мама, мама, а теперь я хочу мороженое. Но ведь у тебя уже есть леденец. Не хочу леденец, хочу мороженое. Много сладкого вредно. Хочу, хочу, хочу. Зайчик, что с тобой? Ты очень странно себя ведешь. Купи, 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 хочу, хочу, хочу. Какой капризный. Плакса, вакса, попрошайка. Купи, 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 хочу, хочу, хочу. Пойдем скорее домой, ты меня совсем расстроил, мне стыдно. Хочу в парк, хочу в парк, хочу в парк. Послушай меня, зайчик, я все понимаю. Тебе хочется всего и сразу, но так не бывает. Я хочу подарить тебе волшебную шкатулку. Ух ты! Да, она поможет исполнить твое желание. И просить больше, и плакать не придется. Чтобы желание исполнилось, его нужно положить в эту шкатулку. Но как? А ты нарисуй то, что ты хочешь. Только желание должно быть доброе. А скоро такие желания исполняются? По-разному бывают. Когда скоро, когда не очень. Но главное, что они исполняются. Держи. На следующий день, когда мама с зайчиком пошли гулять в парк, он совсем ничего не попросил. И, о чудо, мама сама купила ему мороженое. Ого, мое желание исполнилось. Теперь я точно не попрошайка. Ну что, теперь поняли, что постоянно кричать «хочу» очень некрасиво? Так мы расстраиваем маму. Нужно уметь договариваться и слушать взрослых. Ho, ho, ho!
тревогу! Ha 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 ha
Ну что, мальчики, вы определились, кто будет спать наверху? Сейчас посчитаем. Голод, гуси, галка, вот и вся считалка. Никита будет спать наверху. Очень хорошо, что вы сами договорились. Забирайтесь в кроватки. Волшебных всем снов! Спокойной ночи, мальчики! Спокойной ночи, девочки! Малыши, малышки целый день играли. Малыши, малышки к вечеру стали. С мамой пошептушки книжки убираем. Подождут игрушки. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. С мамой пошептушки глазки закрываем.